С вами учебник вслух. Владимир Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. Били копыта, пели будто. Гриб, грабь, гроб, груб. Ветром опита, льдом обута, улица скользила. Лошадь на круп грохнулась. И сразу за зевакой зевака. Штаны, пришедшие кузнецким клешить, сгрудились. Смех зазвенел и зазвякал. «Лошадь упала! Упала лошадь!» Смеялся кузнецкий. Лишь один я. Голос свой не вмешивал в вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу, за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шелесте. Лошадь, не надо! Лошадь, слушайте! Чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке. Может быть, и мысль ей моя, казалось, пошла. Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок. Пришла веселая, стала в стойло, и все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить, и работать стоило.